Сегодня в гостях у команды «Металлург» глава Ленинского городского округа. Пришел поздравить мотоболистов, у которых сразу два радостных события. Совсем недавно спортсмены вернулись с Кубка России. Он проходил в Ставропольском крае. В финале видновчане обыграли своего главного соперника последних лет – команду «Колос». А также долгожданное обновление технического парка. Алексей Спаски подарил «Металлургу» новый мотоцикл. Сколько бы ни игралось, сколько бы ни выигрывал, мне кажется, смысл любой работы, тем более спорт, это победа. «Металлург» – это традиция, это легенда, это символ видного по-хорошему, да, поэтому спасибо вам огромное по-человечески. Сертификат на приобретение 5 новых мотоциклов глава округа Алексей Спаский команде «Металлург» вручил еще в прошлом году. Но в нынешних санкционных условиях купить технику оказалось непросто. Процесс потребовал немало сил и терпения. Деньги туда отправить и потом привезти обратно очень сложно было. Поэтому без труда не выйдешь рыбку из труда. Поэтому нашли варианты. И хорошее начинание. Я думаю, что оно продолжится. Потому что действительно, вот такое, знаешь, искреннее внимание к команде, это многого стоит. Мотопарк в «Металлурге» не обновлялся с 2006 года. Теперь в арсенале команды 12 мотоциклов. Этот из Франции привезен в разобранном виде. За несколько дней высокопрофессиональные механики клуба собрали технику. Уже известно, что нового железного коня оседлает капитан Иван Криштопа. В первой игре мы чуть-чуть, конечно, не успеем, потому что надо его настроить под себя для того, чтобы в полноценном объеме его эксплуатировать. Я думаю, что молодые ребята, кому достанутся следующие мотоциклы, будут больше глаза гореть. Новый мотоцикл, интереснее играть. Ближайший матч у «Металлурга» состоится 19 мая. На домашнем поле видновские спортсмены встретятся с агрокомплексом из Краснодарского края. Игра начнется в 18 часов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.